Здравствуйте, вы смотрите программу «Дело по душе». Еще всего один век назад, когда не было автомобилей, люди для того, чтобы передвигаться, использовали таких надежных друзей – лошадей. И каждый уважающий себя мужчина должен был уметь танцевать, стрелять из ружья и уметь управлять верхом лошадью. Сегодня мы расскажем вам о верховой езде. Начнем с того, что лошади – это, во-первых, тоже животное, причем животное крупное, достаточно добродушное, и, как правило, не хватает общения. Поэтому люди стремятся к конному спорту, они занимаются этим. Во-вторых, например, такой вид конного спорта, как конкур, это преодоление барьеров. Вы когда-нибудь летали сами? Не на самолете? Вот это вот ощущение полета через барьер, когда есть только ты и лошадь, это просто непередаваемо. И в конце концов, лошадь – это твой напарник. То есть это очень верное существо, они даже, как правило, вернее, чем собаки. Это друг в первую очередь, поэтому многие предпочитают друзья лошадей. Но как подружиться с такими лошадьми и как правильно ими управлять – целая наука. Начинается она с самого простого – знакомства и некоторых правил безопасности. Нельзя подходить к лошади сзади, так как это существо достаточно пугливое. Стоит издать звук или совершить резкое движение, которое не понравится большому товарищу, можно слечь от удара копытом. Нельзя ставить ноги слишком близко, иначе вес в 500 кг может оказаться на вашей ноге. Это как минимум неприятно, не говоря уже о других последствиях. И главное, что все это делается не специально. Лошади достаточно дружелюбные. Однако бывают разные. Кто-то не любит проводить время в обществе себе подобных, поэтому при передвижении в манеже всегда стоит держать дистанцию около 3 метров слева и справа и около 5 метров перед собой. На первых занятиях лучше использовать защитный шлем, а из специальной экипировки, пожалуй, вам понадобится лишь удобная, не стесняющая движение одежда, обувь, которая не будет застревать в стремени без крупного протектора, и перчатки держаться за поводья, которыми будет удобнее, чем голыми руками. Чтобы начать заниматься, можно прийти в любой конно-спортивный клуб, где квалифицированные тренера проведут знакомство, расскажут о лошадях и, может, посадят верхом. Это называется недоуздок. Это основная вещь, на которой лошадь выводится на улицу, либо чистится. То есть она не для управления сверху, а именно чтобы с земли управлять лошадкой. Каждой лошади, прежде чем зайти в дневник, смотрим обязательно, чтобы она стояла головой. Потому что если резко откроете дверь, если она стоит задом, она может точно так же отлегнуть от испуга. Его зовут граф. Графушка, позвали, он вас увидел. Открываем дверь, он готов к общению. Называется вольтрап. Он защищает спину лошади от прямого давления седла, чтобы шерсть не вытиралась. Обязательно есть передняя часть вольтрапа, есть задняя. Передняя часть вольтрапа идет с ограничителями и с держателями, которые помогают зацепить его за седло, чтобы он не катался по спине лошади. Всегда точно так же седлаем, как и садимся с левой стороны. Вольтрап просто. Вот это место называется холка. Вот видно, где идет у него лопатка. Прими. Прими. Вот. Здесь проходит у него лопатка. Вот, видите, четко? То есть просто вольтрап мы пока просто накидываем так, чтобы прикрыть большую часть холки и чуть-чуть лопатки. Вольтрап, вот. Да, вольтрап, называется? Вольтрап, да. Он даже именной. У каждой лошади своя амуниция. Это обязательно. Хорошо, положили. Дальше идем за седлом. Можете постоять, я принесу. Чтобы точно так же не повредить лошади спину, у нас есть в данном случае гель. Бывает мех, гель и неопреновые подушки. Вот. Чтобы смягчить давление всадника на лошадь. Можно также посмотреть, он попрошайка, что седло тоже все достаточно мягкое. То есть все это смягчает и упрощает задачу всаднику. Одной рукой выравниваем. Можно чуть-чуть положить повыше пока, это не страшно, чтобы равномерно он лежал, покрывал вольтрап. Дальше закидывается седло. Но седло можете закинуть резко, но положить обязательно аккуратно, чтобы не напугать лошадь. Здесь по форме седла поднимаем. То есть можно потрогать, что вот тут свободно. На холку, на позвоночник седло не давит, оно ложится по бокам на спину. Как
положить седло. Вот здесь оно не лежит, идет лопатка. Вот самый, конечно, древний, наверное, способ седловки – это седло кладется выше и потом чуть-чуть скатывается. Вот оно легло на свое место. Вот можно пощупать лопатка, она перед крылом седла. Если седло положить выше, мы будем сковывать его движение. То есть вот. Лопатка не может шире, да? Он при выносе ноги ему будет некомфортно. То есть вот, седло легло на свое место. Дальше нам его надо фиксировать. Подпруга. Обходим с другой стороны. Поднимаем развязку, аккуратно проходим. Чтобы при езде вольтрап никуда не уезжал, самые простые ограничители идут, это вот. С помощью которых мы фиксируем вольтрап за подпругу с двух сторон. Есть еще ограничители, которые помогают удерживать вольтрап. Они расположены вот здесь. Сейчас я его достану. Он цепляется чуть выше, вот сюда, например, за две приструги. Это называется ремешки-приструги, к чему пристегивается подпруга. Вот, зафиксировали. Всаднику не мешает, лошади тоже. Видите, он слишком близко стоит к стенке. Двумя руками толкаем и говорим «прими». «Прими». Вот, хорошо. Достаем подпругу, укладываем ее. Тут можно расстегнуть ограничитель. И фиксируем, пока не сильно туго, так как мы еще на него не садимся. Многие лошади, когда застегиваешь подпругу, дуются, то есть раздувают бока. И бывает, что очень много усилий приходится, чтобы хотя бы соединить подпругу с пристругой. Специально? Да, чтобы не затягивали. Но потом можно чуть-чуть прошагнуть, и он сдувается. Поскольку лошадь может оступиться и стукнуться или удариться, для защиты ног используют специальные кожухи – нагавки. А на копыта прикрепляются так называемые колокольчики. Теперь лошадь готова к работе, но наше первое занятие пройдет на другом коне, зовут его Факел. Как садимся на лошадь? Давайте я его подержу. Встаете правым плечом вот сюда. Левую ножку ставим в стремя, правой ручкой хватаемся здесь, левая здесь. Отлично. Прыгаем вверх и сразу переносим вес в седло. Тихонечко. Это было сильно. Отлично. Ногу достаем. От бедра убираем назад. От бедра. Угу. Пятки на бока лошади мы не складываем, когда двигаемся. Носочек чуть параллельно. То есть, если необходимо, лошадь будет двинуть вперед двумя ножками, просто делайте вот такое движение. Как берем повод? Повод – это наш руль. То есть мы учитываем то, что повод – это все-таки управление идет за счет того, что у лошади во рту находится железо. Лишних движений резких делать нежелательно, потому что лошади неприятно. Это серединка повода. Нашивки – зеркальное отражение друг друга. То есть вот. То есть это метки руля, да? Да, чтобы набрать повод равномерно. Uh-huh. Две руки, два повода – правый и левый. Берем повод в кулачок изначально. Не выворачиваем вот так кисть, а берем в кулачок. Давайте за вторые нашивки, то есть вот за эти. Вывернули. Вот так, да? Вот. А, вот так. Так, мизинчики в стороны и обхватили. Вот. Большие пальчики сверху прикрывают. Руки, локти прижаты к корпусу, руки примерно вот на такой высоте. Угу. Когда лошадь идет шагом, мы его к себе не тянем, иначе он постоянно будет останавливаться. Это еще и команда стоп. Рука остается на месте уже, чуть к себе взяли, вот здесь. Над холкой лошади, угу. Левая рука слева, правая рука справа. Команда. То есть бедро на уровне ступней, руки на уровне холки, вот. На весу ни в коем случае на лошадь не складываем. Все движения плавные, но четкие. То есть если нам надо с вами его остановить, мы делаем движение в локтях назад. Вот, взяли, потянули, ни в коем случае не рывком. Поворот направо, левая рука остается на месте, правая чуть локоть отводится от корпуса и делает вот такое движение. Соответственно, поворот налево наоборот, команда вперед дается шенкелем. Шенкель – это место от пятки до голени. То есть двумя ножками мы его сжимаем и отпускаем. Что касается тренировки, обязательно сначала лошадь разминаем, готовим к физической нагрузке. Для всадника тоже пометка. Повод – это руль, исключительно руль, за него мы не держимся. Мы только управляем с помощью повода лошади. Шенкель – обязательно, это команда вперед, но мы не пытаемся пинать лошадь, а именно сдавить и отпустить, как бы показать ей, что нужно двинуться. Делаем остановку. Остановочку. Все. Ручка на месте. Если пойдет вперед, еще раз то же самое движение. Я возьму корду. Приступим к занятию.
Скорее всего, первое занятие, если это не просто знакомство с лошадью, пройдет именно так, в езде шагом. Более сложные этапы – подготовка к езде рысью и галопом. Сложность заключается в том, что человек должен научиться двигаться в такт с лошадью, привставать и опускаться именно тогда, когда это необходимо. Сделать это, честно скажу, непросто. Например, я в своих попытках иногда упирался ногами в стремена, иногда поднимался и сохранял равновесие, только держась за седло. А делать это нужно, упираясь коленями и приподнимаясь за счет выноса живота и таза вверх и вперед. Спина должна быть прямой, а тело расслаблено. Но это лишь дело привычки. Внутренняя часть бедра и колена плотно прижата к седлу. Попробуйте встать и выпрямиться. Вот, отлично. Плавно садимся. Отлично. Для чего делаем плавно? Потому что если вы будете резко падать ему на спину, ему будет как минимум некомфортно. Есть, конечно, много способов. Вот, например, гель, да, седло смягчает, но все равно. Еще раз. Теперь делаем все то же самое. Стараемся встать меньше вверх и сразу выпрямиться вперед. Хорошо. Все то же самое. Сейчас будем делать на шагу, чтобы вы почувствовали, как это в движении. Начинаем. Угу. Встать и постоять сразу в седло. Отлично. Еще больше живота вперед. Хорошо. За занятия, как правило, не учится никто. Чтобы всадник уже более-менее умел что-то делать и справился бы с любой лошадью, как минимум полгода надо заниматься. А первое занятие, оно как ознакомительное. Вы примерно начинаете для себя представлять, что это и как. На занятия не забудьте взять с собой угощение. Это может быть сахар, рафинад, морковь или яблоки. Это будет небольшая благодарность вашему верному помощнику. Многие люди, как правило, боятся ужасно первое занятие, и страх отпускает постепенно. Кто-то идет осознанно, потом от старательности. Плюс, наверное, в том, что в конном спорте нет возрастных ограничений. То есть в любом возрасте вы можете прийти и начать ездить. Не обязательно, что вы там дойдете до разрядов каких-то, но держаться в седле вы будете, и неплохо. Начинают работать те группы мышц, которые, в принципе, в жизни мы не очень используем, для которые, если надо будет приводить в порядок, то это идти в спортзал, находить лишнее время. Опять же, так скажем, в спортзал практически лень всем ходить, и конный спорт этому способствует. Очень хорошо, например, укрепляется корсет мышечной спины. То есть очень полезно. Для детишек очень полезно именно общение с лошадью, когда развивается моторика, уважение к животным, уход за ними. Ну, в принципе, это, наверное, все. И плюс для душевного удовольствия. Имейте в виду, что езда верхом – это большая физическая нагрузка, в том числе и для мышц, которые в обычной жизни мы почти не используем. Будьте готовы к некоторому дискомфорту после занятия. Но все это за несколько месяцев постоянных тренировок позволит вам уверенно управлять лошадью. А это, в свою очередь, прекрасный способ отключиться от повседневных проблем и забот, снять стресс и усталость. Есть даже специальный метод реабилитации посредством верховой езды – ипотерапия. А главное – это возможность пообщаться с животными, являющимися символом скорости, грации и мужества. Всего вам доброго!